ежегодно отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. 11 апреля 1945 года узники концентрационного лагеря Бухенвальд, одного из самых страшных лагерей смерти, подняли интернациональное восстание против гитлеровцев и вышли на свободу. Всего на территории Германии, оккупированных ею стран, действовало более 14 тысяч концлагерей. За годы Второй мировой войны через лагеря смерти прошли 18 миллионов человек. Страшная дата, 11 апреля. Каждый год, собираясь здесь, каждый из нас хотя бы на мгновение переживает и прокручивает в голове, что же на самом деле пережили наши дедушки, бабушки, наши прабабушки, прадедушки в те страшные годы. Какой ад пришлось пройти им в этих лагерях. Вечная память, вечная слава всем защитникам Родины. Ну а мы с вами должны всегда помнить и сделать все возможное и невозможное, чтобы не допустить повторения тех страшных событий. Страшная память. Но когда начинается война, первыми всегда жертвами становятся дети. И немало испытаний выпало на долю малолетних узников. Страшные испытания. Они никогда не забудутся. И мы с вами должны это помнить. И еще в этот день мы хотим сказать тем, кто выдержал муки фашистского ада, что никогда не забудем эти страшные события. А память поможет нам понять, какой ценой завоеван мир на нашей земле.